накануне 425-й годовщины города Воронежа администрация города и области решила провести в городе Воронеже ремонтные работы. Это касается фасадов зданий и самих непосредственно дорог и тротуаров. Предлагаю посмотреть, что получается в результате этого ремонта и как он проводится. Итак, мы находимся на улице города Воронежа, которая называется Кольцовская. Это самый центр. Как мы видим, тротуар весь перекопан. Мужчина, вы не скажите, где фиашкистовы? Из-за того, что тротуар был весь перекопан, людям не остается ничего другого, как ходить по проезжей части. Такая ситуация здесь продолжается уже где-то второй месяц. То есть все разрыто, работы не ведутся, когда они будут вестись, непонятно. Вот так выглядит тротуар на улице Карла Маркса. Судя по всему, будут вкладываться немаленькие деньги, чтобы сделать тротуар заново. А вот так выглядят старые дома на этой же улице, которые явно нуждаются в ремонте. Я не знаю, где сидят, но не знаю.